Привет, дружище, заходящий на видео с тобой, как всегда, Розе. Пытаюсь сохранять рассудок в такое трудное время, но очень тяжело получается. В этом мне, конечно, помогает Lineage 2 Mobile, но дебильчики в чате, конечно, все портят, но ничего. Это обзор на Дестра, ниже среднего буста. Ты давно ждешь обзорчики от Розе, я знаю, вот лови новенький обзорчик. Бери чаек печеньки, приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Серега, пока зовут Перса. Дерс, играю на Эрик 5, ник персонажа Креатив. Играю со старта, играл год магом, в прошлом трансфере Фьюза достал Дестра. И, собственно, с того момента бегаю на Дестре, скиллы, закрываю колы. И получается, там чуть больше 3 месяцев, да, на Дестре играю. 86 силы. Изначально все кидается в силу, потом выносливость, потому что у Дестра там буст количества хп и выносливости. Но это там, когда по скиллам пойдем, покажу. Вот, следующим закрывал МДР, потому что не так много сопротивления умений, хотелось бы побольше. Ну, то есть основные это там защита 251, таким атак вот 246, снижение 80 и сопротивление умения 241. Понятно, что урон в ближнем бою, да, 173, точность 220, доп. Урон крит атаки 87, увеличение урона от оружия 167 и 137, это меняется, это, собственно, от скилла зависит. Ну, вот, шанс оглушения с рыцарем смерти 37, сопротивление 33. Давай пойдем, наверное, дальше, да, что, откуда эти, собственно, статы появляются. Давай, что у тебя по шмоту, что там ловил ЛС и какие? Стандартный, есть единственная гордость, это пуха, потому что там пятая святость. Ну, там только в пятую попытку было больше 20 миллионов кинуто. Я даже не знаю, сейчас, сколько там было потрачено, потому что у меня товарищ на трансфере прилетал и сказал, что давай я тебе, ну, заточу. Вот, собственно, я ему отдал просто пуху, где был один. Он вернул четвертую. ЛС на увеличение урона от оружия 25%. Для Дестера это вообще топовый стат, потому что Дестер бьет оружием. МЖ-сет. Везде вырвана защита. Штаны духошили. Защита от стана. Ну, короче, снижение засчитано. Да, все, в принципе, стандартно, как и все, да, ролят там. Некли величия, а тоже два защиты. Некли выбил, всего лишь 2 краснухи с поля поднимал. Одна в самом начале, там, Биор и символ, где-то год назад, условно. Тоже, по-моему, после трансфера я уже на Дестере играл, я выбил на кладбище. У нас под те, где Кабрио появляется. Зашел здесь, кольцо страсти. Здесь тоже, в принципе, стандартно. Поймал 4 урона, я ставил их. Не стал ролить, потому что сейчас сельчики на бирже, они довольно дорогие. Пока оставил так, в принципе, 4 урона. Ну, вот, а второе кольцо синее. Вот, на каче одеваю. Сопрот умением 4 оставил, потому что это топовый. Ну, защита там всего лишь единичка, если не блесками тащить. Поэтому оставил руны, единички, мудрость, сила. Силе вот один урон водой был. С алхимки вытащил 3 штуки, кинул все 3 никакие. Вот одна осталась. Ничего не дает, по сути. Вот такой шмот. Зеленые все, само собой, да, это все за Дену. Значит, первый скилл удар 3, это основной, наверное, такой для PvP больше скилл, потому что это он зеленый, синий и красный. Они по очереди бьет, он 3 ударами. Это стан. То есть у Дестера с первого уровня зеленый скилл есть на стан. Потом баф Виндволк обычный, двуручный меч, просто пассивочка на точность, снижение энергии. Вот, собственно, что я говорю, почему выносливость качаю. Вот, потому что он пассивно дает единичку, и чем больше макс ХП, тем больше снижение урона добавляется. То есть максимум до 10, восстановление жизни это просто реген ХП, 300 ХП пассивка, и, собственно, урон в ближнем бою бафчик. Увеличивает больше ХП за выносливость. Все получают 100 единиц, да, там Дестер получает 102. Цифра точно не помню, сколько именно это. Но это, собственно, тоже бустит ХП, соответственно, бустит снижение и вот. Пробуда получается тоже больше дает, да? Да, еще больше с пробуды, все правильно. Так, удар второй, это, собственно, стан, да, которые подряд идут. Зелененького, синенький. Игнорирование снижения, то есть чисто ПВПшная тема. Пассивочка, которая увеличивает нашу скорость фарма. При пробуде, да, там еще больше становится. Урон от оружия плюс 8, без пробуды, если я правильно помню, это 5. Тоже пассивка, просто ХП и реген ХП. Вращение мечом. Вот это, я считаю, один из наших основных вообще скиллов для фарма у Деста, потому что каждые 2 секунды он вокруг себя крутит мечом. На синий это плюс 2 цели он задевает, там будет красный скилл, еще плюс 4. Блокада отражает. Ну, это PvP-шный скилл. Если честно, я что-то не помню, чтобы что-то отражал. Ну, возможно, это и работает, но поскольку в PvP не очень часто
Я не могу эффективность его оценить. Фанатик усиленный. Просто урон от оружия, да, было 5, стало за счет работы 10. Красные скиллы. Удар 3, это, собственно, та же самая связочка из станов. Третий стан. Гнев войны, собственно, увеличивает нам урон. И при успешном оглушении увеличивает урон от оружия. Тоже пассивка. И вот, собственно, усиленный волновой меч вокруг себя. Плюс 4 врага. То есть у нас есть цель, плюс 2 от синей, плюс 4 от красной, итого 7 врагов. Вот, и за счет пробуды еще увеличенный доп урона. Замеры не проводил, не знаю. Щит стражника снижает получаемый урон, это у нас баф. Без пробуды здесь 10%, с пробуды становится 15%. По анимации, да, вот у него 4 щитка вокруг, с пробудой, без пробуды 2. Там 10%. Адский огонь, это по сути там один из двух скиллов атакующих, которые есть активных. Все просто перед собой волной бьет. И наносит урон по площади 6 врагов. Отражение оглушения. Очень прикольный скилл для ПВП. Висит немного. По-моему, там 5 или 3 секунды. Да, 3 секунды он всего лишь висит. Но за эти 3 секунды у него есть шанс, что он либо отразит стан. То есть это работает на любой стан. На чир гладов, да, потому что это тоже стан. И очень прикольно. То есть когда вот я в каты ходил, летя какой-нибудь глад нападает. И, собственно, сразу же начинает убегать. Его фир сработал против него. Ну, вот, а ты там дальше спокойно лучше нарезаешь. Фиолетовый взял бойню. Очень тоже прикольный скилл. Стан, прыжка, по ощущениям, там, метров, наверное, 15-10. Он прыгает, вот, и станет цель. Соответственно, там еще до 4 врагов в радиусе получают негативный эффект. Там, на 10 секунд снижение урона в ближнем бою минус 30. То есть это прям очень хороший дебаф. Ну и плюс за счет нет, Дестер становится мобильней. А, ну, пробуда уезжает откат скилла. То есть так он откатывается 20, а вот с пробудой 15 секунд. Замеряли с магом в ПВП, маг кидал на меня хаос, а я, собственно, с прыжка на него входил. И получалось очень прикольно, не знаю, это то ли анимация поломанная, то ли что. То есть я стою в хаосе, но поскольку анимация прыжка уже пошла, маг стоит в стане. Смотрим на расстояние друг на друга, как бы получается рейндж там примерно одинаковый срабатывает, но явно меньше у Лестера, да, непонятно почему так, но вот мы оба были в стане, я в хаосе стояли. Также, поскольку я играл раньше магом, у меня есть метеор, его буду реролить на сумасшествие. Это, по сути, тоже дебаф, да, который там 4 врага, сопротивление урона от оружия минус 50%, менее 10%, и сопротивление стана 10%. То есть все, что сопротивление стана, для Дестера очень хорошо, потому что, ну, минимум 4 станящих скилла на таком наборе скиллов, который у меня есть, это прям хорошо. То есть сопротивляются станы, если персонаж там послабже, меньше сопротивления к стану, то можно, в принципе, и стану и не выпустить. Новичкам там посоветую, какие скиллы в первую очередь брать. Если мы говорим про синий, то это обязательно, ну, у меня усиленный, да, безумие войны, потому что это скорость вашего фарма, скорость атаки, и вращение мечом, да, потому что это как раз, да, добавляет АУЕ, начальное АУЕ, да, плюс 2. Если мы говорим про красные скиллы, то это обязательно усиленный волновой меч, да, плюс 4 врага, и станет уже 7 целей суммарно, и адский огонь. Адский огонь, мое мнение, что даже не так сильно важен. Усиленный волновой меч, он каждые 2 секунды бьет. Я, например, ну, когда покупал появление адского огня, буст там по опыту, я по АД не выдаст не так сильно, как с появлением усиленного волнового меча. Все то, что я с мага переезжал, да, и, ну, маги одни из лучших фармер, как бы без этого скилла там в раза в 4 меньше фармишь. С этим скиллом, с красным, ну, там, процентов на 20. Сейчас там уже подросток подгустился, также на уровне примерно. Так, ну, карта у меня фиол, да, занат, пробужденный, а скорость атаки и плюс скорость магии, по-моему, по 10%, и основной стат силы плюс 3. Карта, в принципе, неплохо для такого буста, то есть, если мы возьмем только красную, да, или это бессмысленно смотреть, не знаю, там, наверное, чуть больше половины даже карт у меня есть. По коллекциям видно, да, 40% коллекции собрано на картах. Синие тоже, ну, само собой, не все, но тоже достаточное количество. То есть нет, всего лишь 15 штук не хватает. Если нет фиола для фарма, наверное, лучше карты, у которых пробужден как раз волновой меч. Второй вариант, он более защитный, да, то есть как раз здесь пробуждается барьер, вот, 4 щитка вокруг тебя, и эффект будет не 10, более такой живущий вариант. С агатами мне повезло, тоже у меня рыцарь смерти и анаким, оба непробужденных. Пробуды не заходят, не везет немножко, но в целом два фиола, то это уже... Хотел подметить, да. Что... Да, вот этим очень повезло, что один агат это прям чистое. Ну как, и любой агат, да, фиолетовый, это лучше любого красного, да, но вот
мне как бы дополнительно повезло, что у меня еще и отдельно, да, ПВЕ. Собственно, пробуждать я их так и хочу. Если про Анакин мы говорим, я очень хочу туда либо Закита засунуть, да, чтобы был именно эффект, чтобы смятение, да, вешал, либо Магнуса, да, чтобы корни срабатывали. Кота можно тоже неплохо, если кот будет. Он там удержанию, оглушению по 5% накидывает. Да, ну, либо еще Таути. А, ну вот, точность по оглушенным целям. С учетом того, что у нас весь расчет на то, что мы будем держать цель в стане, да, это как бы тоже будет. А в «Рыцаря смерти», конечно, там либо книга, да, которая дает тоже АУЕшку, либо «Рыцарь смерти», который тоже дает АУЕ. Вот. Но ни того, ни другого у меня даже еще первого нету. Про них пока можно и забыть. То, что донатилось персонажа, это все в снопаде с картами и с агатами. Всего около 35% закрыто. Но здесь все. Здесь и на мага, и на ХП, и на дестра. То есть, ну, на силу, там, на выносливость. Вчера закрыл одну очень противную колу. То есть у меня кольцо вторичное я давно заточил на 5. И оно у меня висело, я не знаю, сколько времени. И вот, наконец-таки, купил композитный доспех. Вот сейчас он 446 стоит. Ну, два снижения — это вкусно очень. Да, да, в том того, что не хватало всего лишь одной, и опять же, да, там, теперь зато вот ровно 80. Не корёбит тебя, что это 78, все, теперь 80, с чувством выполненного долга, что называется. Синий, ну, синих вообще мало, 18% закрыто. Из ивентовых у меня закрыты, по-моему, донатных колы 4, ну вот, больше ничего не закрывалось. Чуть больше половины тоже есть, там, третьего уровня. Закупа с ежедневного. Вот, там, поначалу мне вообще хорошо шло, когда их только ввели. Я не знаю, я, наверное, дня, ну, каждые там 3-4 дня я вытаскивал стабильно красную. Прогресс выглядит вот таким образом. Недавно закрыл живучесть на 10, энергию. Первую, кстати, прокачивал. Именно энергию, атаку, защиту и увеличение урона. Обычные даже есть, вот, максимальный уровень уже закрыт. Выше некуда, только 5-й, 4-й, ну, здесь... Филетовых, само собой, ни одной нет. Коллекции всего, ну, вот, почти 35%. А еще, ну, общались в клане, тоже выяснили, что не все знают, что не вот этой кнопкой надо делать, да, души, а что есть прогресс, да, и вы в коллекциях, вам подсвечивается коллекция, которую вы можете сейчас закрыть. Прогресс, он соединяет все души одинаковые. Если ты нажимаешь на эту кнопку, да, ты можешь сделать вот здесь, у тебя покажет, что, например, вот это будет написано желтым, 4 из 5, сюда нажимаешь. Не, ну ты не соединяешь, получается, одинаковые, а потом ты просто вкидываешь все сюда. Да, да. За счет этого ты быстрее прокачиваешь ветки, больше получаешь очков, ну, быстрее. Ну, на дистанции, если мы говорим про все души, минус идет. Но вот для быстрого получения прогресса так делаем. То есть, ну вот, то есть здесь вообще нет повторок, которые бы давали, там, по-моему, 30 опыта, да, за штуку. Давай найдем где-нибудь с повторкой. То есть, смотри, нажимаем слияние. Вот, он 22 даст. Один. Но если мы в него вкинем вообще всех, то, ну, прирост будет гораздо выше. Это понятно, как бы. Ну, ты же понимаешь, ты же играешь в долгую, как бы. Ну, ты просто потом много позакрываешь, как бы. Ну, как сказать? Смотри, если я буду раньше получать буст, от прогресса, да. Я буду чуть больше все равно фармить. Не, ну это каждый для себя решает. Как, я не знаю, ты так видишь, я по-другому вижу. Немножко. Ну, в целом, да, то есть это не панацея, что да, надо делать только так, как бы, если вы, ну, клиника в этом плане чем хороша, что нет идеального какого-то, ну, как он есть, но он очень дорогой, да, там, в принципе, сетап действий. Собственно, вот в мастерке 9 крита спрятано. Значит, снижение урона двоечку тоже оставил. Ну, например, если там говорить про мага, который был, да, то здесь фул зеленка. Вот, и, в принципе, полезная зеленка. То есть, ну, нет такого. Ну, вот это можно поменять, да, там, лэр единичку. Вот, то есть, в принципе, довольно-таки полезная. Вот в первой двойной урон получается, потом в седьмой двойной урон шанс двойного урона. Ну, слушай, Дестрон тоже, он критами бьет, поэтому я, в принципе, больше, наверное, криты тоже качаю. Ну, чем на двойной урон, потому что там как только дошел до сотки, а это не очень сложно на самом деле, то есть там тот же самый двойной урон до сотки довести, это практически, ну, нереально на нашем там пусте работяг. А если, ну, про криты мы говорим, то крит до сотки довести не так сложно, но, соответственно, у тебя каждый удар будет критом, каждый удар будет вылетать там до урона от крита. ПВЕ, да, согласен полностью. Да, ПВЕ, конечно, да, это будет попроще.
собственно, тоже думал мастерку перекидывать, когда будет рерол. Я его жду уже, собственно, сколько, да, вот видно, что уже закрыто 7, осталось 2. Здесь скилл взят, причем вот этот скилл взят с первого трая, прям это очень повезло. То есть как только ввели, собственно, что-то было прокачано, 10 штучек, и сразу же зашло. Это было очень приятно. Всего потрачено на броню, ну, 36 тысяч. Атака, вот на атаку побольше ушло, 53 тысячи в сумме. Не помню, с какого раза пробудил. Ну вот, хочу везде 8-8 сделать, и потом делать 9, потому что 9 везде плюс 2% оглушения, ну, в каждой веточке. То есть это 6%, если закрыть. Ну, 10 тысяч всего, немного. Просто 6, просто пробужденные, ничего сверхъестественного. Здесь 13, тоже все 6, тоже снижение урона. ХП получил, и все, потому что это исключительно золотых сосок, да. Возможно, потом когда-нибудь для ПВП будет смысл открывать. Сейчас просто нет смысла, потому что с золотыми сосками я бегать не буду. Какой бы они там дикий буст давали. Ну, взяты все полезные, да, которые есть, кроме стрел и кинжала. И вот два новых тоже еще не брал. Думаю, ну, насколько они нужны мне. Ну, на текущем. Да. Саппорт агрессия только ПВП. Саппорт безмолвию. Ну, и мобы иногда тоже дают, но не так часто. Поэтому пока не уверен, что мне их нужно брать. ПВР плюс 3 взят. Мудрость. Очень повезло. Последний пак куплен один. И, собственно, с него две книги 5% получилось достать. Там, по-моему, ПВР вообще с первого раза зашел. А мудрость как раз, собственно, с последнего, наверное. За клановые мастера, по-моему. Давали краску на книгу на выбор. Еще взят при убийстве врага восстановление плюс 20 хп. Но на первом моем персонаже, на луке, на котором я играл, там оказалось почти 3000. Там осталось уже не так много. Я купил буквально там книжек 5, самых дешевых, на аукционе. Сломал, за одну синюю книгу дают 100. Вот, собственно, 3700 страничек накопил, купил. Собственно, по самому персонажу Дестер от мага чем отличается? Ну, мне после года игры магом Дестер понравился, да? Я никогда, на самом деле, не играл там Дестерами, Берсами, вот этими всеми историями. Как он тебе на твоем бусте в каче именно? Сколько фармишь там? Слушай, на самом деле проблем вообще нет, ну, никаких. То есть я вот, ну, ВСК 3, ТОЕ 1, поле брани. Но в поле брани единственное, что я сменяю по шмоткам, чтобы вообще про персонажа не париться, да? Я полностью одеваюсь во тьму. Дизайнер купился синие штанишки даже. И вот в таком спеке на всему у меня защита тьме там 103, по-моему, процента. Ни при каких условиях не просаживается. Вот, да, 103% сопротивления тьме. Можно не переживать, что с ним сейчас ни банки не ест, нигде. Я, в принципе, качаюсь только там, где персонаж не ест банки, потому что там можно иногда утром там пошел на работу, вставил там, днем только, зашел, что-нибудь проверил. В целом, перс, ну, понравился, на самом деле. После года мага, может, от мага устал, вот, но прям интересненько, живой. Маг на споте, он стоит на месте практически, да, там за шмотками в лучшем случае бегает, а этот что-то носится. Опять же, ПВП гораздо прикольнее, потому что есть станы. Кем ты дерешься по бусту слабже, да, как я уже говорил, ты просто можешь, ну, не выпустить. Ну вот, если брать тебя и против мага, к примеру, одинаковый буст, если ты его ловишь, станы свои, ты убьешь его? То есть, ну, если там нет хаоса, да, на который на меня повесят, отбегут, будут кайтить, вот это вот все, то мага убью. Ну, мы там даже с хаосом, там, с окланами деремся, там есть. Понятно, что персы гораздо сильнее меня, которому я там полустолба не могу снести. Ну вот, но в целом, как бы, маги примерно моего буста. Ну там я знаю, что типа тройной стан идет, и надо, ну, рукой прожимать именно. Не чтоб он сам типа бил. Не, он бьет сам. Вот, смотри, вот он. Понимаю, да, он сам бьет. Но он бьет сразу, понял? А ты можешь подождать немножко, чтобы стан, ну, сработал, понял? А потом, ну, просто это, ну, рукой прожимать, как бы, если в ПВП именно. Для жесткого там ПВП, если прям тебе важен результат, то, конечно. Плюс, например, вот с этим вот скиллом, да, когда он прыгает, ну, арба. То есть она могла просто раньше от тебя бегать, шарики по тебе бьют, а как бы вы на одной скорости, ты просто, ну, не добегаешь. Вот, как дурачок бегает и бегает. Вот, а с этим скиллом все, ты уже там можешь где-то подрезать, и все, налетаешь. Так же дальше серия станов идет, и уже профитнее становится.